Уважаемые члены комиссии, уважаемые наблюдатели, время нашей процедуры голосования в основной день завершено. С чем я вас поздравляю, и не только с этим. Я еще вас поздравляю с тем, что у нас все-таки выборы в депутатов Палаты представителей Республики Беларусь состоялись. Состоялись они почему? Потому что явка наших избирателей составила более 50%. Итак, коллеги, так, что еще? Все, сдали. Давай. Значит, смотрите, каждый считает на бумажечке, пишет ему цифру и сдает ему на стол. Уголочки. Вот так. О. Так, я задержал в рамке, да? Когда участок закрыт, производится все в соответствии с методическими рекомендациями на основании Избирательного кодекса Республики Беларусь. Подсчитываются сначала неиспользованные бюллетени, они гасятся, упаковываются и тоже готовятся к сдаче в окружную комиссию. Открываются урны для досрочного голосования, для голосования на дому и потом основные урны, которые использовались в день голосования. Идет подсчет голосов по избирателям, также подсчитываются недействительные бюллетени, и таким образом окончательно подводятся итоги результаты, составляется протокол и сдается в окружную комиссию. Голосование на выборах депутатов Палаты представителей завершилось. Избирательные участки закрылись в 20:00. По данным ЦИК Беларуси, на 18:00 явка избирателей составила 70,72%. Началась процедура подсчета голосов.